Очень бы хотелось, чтобы во главе государства Украины, государства братского нам, а я считаю, что все равно народ-то один. Мы один народ. Просто так получилось, что вот есть государство, которое образовалось, да, за 23 года не стало нацией. И правители, которые были у этого государства, один другого слабее. И единственное, что они делали, это воровали. Не развив ни в экономику, не вложившись, ни в социальные программы. Ну, это понятно. До чего это дошло, тоже понятно. Какой человек Порошенко, сказать сложно. И я думаю, что мы это все увидим. Но если брать в идеале, кого бы хотелось видеть на посту президента этой страны, прежде всего, человека порядочного в человеческом плане, сильного в плане экономиста, специалиста по экономике, реально понимающего ситуацию, которая сейчас в стране, думающего о народе, о многонациональном народе, населяющем Украину, будущем, не ущемляя права одного народа за счет другого, думающего о том, как сделать, чтобы страна, государство стало единой нацией, которая состоит из многих-многих других. Очень сложно, не позавидуешь тому, кто сейчас заступил на эту должность. Но тенденция, которая сейчас существует, она вот явна, и любое другое отклонение от нее уже будет считаться непопулярным. Потому что есть вот это вот популистское стремление вступления в Евросоюз, и уже как мантра такая вот: Евросоюз, нам там будет хорошо. Все, Россия нам не давала жить, мы были привязаны к России столько лет, а теперь мы стали свободными, вот мы научились делать коктейли Молотова, и победить в революции мы смогли. Значит, теперь мы вот такие свободные, пойдем в Европу. Такой очередной мираж, который, наверное, рано или поздно развеется.